Здравствуйте, это программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. В столицу Ненецкого автономного округа приехал чемпион мира по боксу Игорь Ружников. О цели визита нам расскажет сам чемпион и президент Федерации бокса в Ненецком автономном округе Денис Гусев. Здравствуйте, Денис, Игорь. Здравствуйте. Здесь будет первый вопрос к вам. А что, ну, какая цель? Ну, у нас цель визита нашего земляка, знаменитого Игоря Ивановича Ружникова, это наименование в честь его имени, спортивного сооружения в Нижней Пеше, на родине нашего земляка. Параллельно, Игорь Иванович, у нас программа посещения тех населенных пунктов, где у нас культивируется бокс. Мы уже побывали в поселке Красном, встретились со спортсменами, пообщались. Игорь Иванович показал наиболее его приемы бокса. Ребята задавали вопросы, была дружеская и хорошая атмосфера. Сегодня мы приняли участие в открытом уроке в Ненецком профессионально-техническом училище. Уже ребята были повзрослее. Вот. Игорь Иванович также рассказал о своей карьере. Вот. Заинтересовал ребят занятием видом спорта. Мы презентовали там боксерские снаряжения. В зале установили мешки, перчатки, доставили. Поэтому это у нас вот первый этап нашего визита Игоря Ивановича в Ненецкий автономный округ. Во вторник мы планируем вылет в Нижнюю Пешу, где собираемся провести кубок имени Игоря Ивановича по волейболу, правда, чтобы массово его земляков включить в эту работу, посмотреть на детей. Игорь Иванович проведет мастер-класс, пообщается с земляками. Вот. И 9 числа мы планируем отъезд из города Нарьян-Мара. Вот, Игорь Иванович, к вам вопрос будет. Вот не можете нам рассказать о вашей карьере? С самого начала? Ну да, можно с самого начала. Ну, я уже рассказывал не один раз. Боксом начал заниматься в 12 лет. Это в каком году? В 79-м, наверное, в 80-м. 12 лет пошел на бокс. Занимался у тренера Владимира Ивановича Гинкеля. И до последних вот своей карьеры мы с ним не расставались. Самые такие яркие победы или запоминающие моменты, это был 82-й год. Я выиграл первенство Советского Союза среди юниоров. Попал в сборную молодежную по боксу. Затем в 86-м году на чемпионате СССР занял 3-е место и попал уже в основной состав сборной команды по взрослым. В этом же 86-м году выиграл спартакиаду народов СССР и первые игры доброй воли в Москве. В 87-м году также был призером Советского Союза, в 88-м году был призером Советского Союза. 89-й год, ну, так, самым, можно сказать, благоприятным в моей карьере был. Я выиграл чемпионат СССР, чемпионат Европы и чемпионат мира в Москве. Получил звание заслуженного мастера спорта. Дальше что? После этого мы съездили в Америку, матч СССР-США. И по завершении вот этого матча я решил принять предложение промоутеров уехать в Америку и заниматься профессиональным боксом. И в 90-м году это, ну, не то чтобы мечта, а вот это свершилось. Мы уехали с бывшего СССР, у нас 5 человек уехало, заключили контракт. Руководителем нашей, как бы, кто этим всем проектом занимался, это был Иосиф Давыдович Кобзон. И вот мы улетели такой командой, как бы первые ласточки в Москве были, ой, в Америке. Профессионального бокса. Провел там 3 боя, 2 одержал победы, и через полгода улетел обратно. Там у нас были разные так, моменты, кое-какие. Обещали одно, но не выполняли. Невыполнение некоторых там, как говорится, положений в контракте, установок.
И вот я улетел обратно. Ребята остальные остались. После отлета отдыхал где-то полгода. Потом занялся тренерской деятельностью. Немножко бизнес, тренерская деятельность. Вот так. И потом уже занимался тренерством. И в каком-то 97-м году, ну, я уехал из Казахстана уже в Россию. Вот до сих пор я живу сейчас в Санкт-Петербурге. А сейчас чем занимаетесь? Сейчас я как вице-президент Федерации бокса Санкт-Петербурга. Ну и так, помимо этого, тренирую детей, взрослых. А здесь как вас встречают? Вот вы были уже в педколледже в Красном. Как вас встречают подростки? Ну, здесь радужно встречают. Это ж наш родной край. Мальчишки, конечно, ну, редко видят чемпионов. Я так смотрю, у вас тут Николай Валуев был. Тоже, говорит, очень хорошо встречают. Радужные все, веселые, от души. Никакого камня за пазухой не держат. Все, что их интересует, спрашивают. Все отлично. А из Верхней Пёши вы в каком году уехали, в каком возрасте? Из Верхней Пёши я уехал где-то в 4 года. А почему так у вас произошло это? Ну, отец был на таких руководящих должностях, а там их переводили. Потом как-то уехали мы в Молдавию, потом в Орловскую область. Оттуда в том же в Казахстан. И мы были маленькие, у меня еще это сестра и брат старший. Вот так мы все табором и уехали. С Верхней Пёши. Денис, а теперь еще к вам вопрос. Вот, а что у вас сегодня еще будет? У нас сегодня планируется 18 часов мастер-класс Игоря Ивановича со всеми спортсменами Нарьян-Мара, поселка Искателей. И вот болельщиками встреча. Игорь Иванович расскажет о деталях своей карьеры, о спортивных достижениях. И это будет способствовать тому, что привлечение наших молодежи к занятиям спортом. А вот Нижнюю Пёшу вы на какое время едете? На сколько дней? Да, Нижнюю Пёшу мы едем на 2 дня вот, с проведением спортивного мероприятия и встреча с земляками, с родственниками Игоря Ивановича. У него здесь огромное количество родственников в городе Нарьян-Маре, в Неси, в Нижней Пёше, в Верхней Пёше. Поэтому общение будет состояться. А вот у нас сейчас подрастают в Ненецком округе боксеры, которые тоже могут достичь чемпионских высот. Ну, безусловно, шансы есть у всех. И для этого нужно всего трудолюбие, прежде всего. Вот, грамотная тренерская поддержка спортсмена. Ну и немаловажный, наверное, фактор – это поддержка органов власти, можно сказать, в системной работе в этой, чтобы талантливая молодежь давали возможность реализовать свои навыки, полученные уже здесь, в округе, в дальнейшем на российском ринге или на российских аренах. Вот. Действительно, возможно. И Игорь Иванович тому пример, ведь с Верхней Пёши можно говорить о том, что любой наш спортсмен, выехав за пределы округа, да, может также продолжить свою профессиональную карьеру, тем самым стать кумиром для многих наших юных спортсменов. А вот есть в планах у Федерации бокса приглашать, допустим, других спортсменов из других городов России? Ну, мы регулярно приглашаем спортсменов. Ну, вот ближайшие наши соседи из Республики Коми, с Архангельской области, но регулярно на Кубок губернаторов приглашаем спортсменов из северо-западных регионов России, центральной России. Последний у нас приезд это был Республика Крым, новый субъект Российской Федерации. Поэтому мы стараемся, во-первых, это немножко показать Ненецкий округ, сделать его более знаменитым в спортивной среде, показать уровень развития нашего спорта здесь в округе. И поэтому мы стараемся максимально привлечь здесь в округе. И ежегодно мы проводим турниры, на которых приглашаем спортсменов с других регионов. Денис, Игорь, спасибо вам. Это была программа «Спорт 100» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!